Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики канала. Сегодня в руках у меня вновь хозяйственное мыло. В предыдущем ролике я показала, как можно при помощи хозяйственного мыла подлечить, скажем так, привести в порядок свои пятки. И сегодня я вам предлагаю очередной рецепт. Это будет средство для лечения и профилактики вирусных болезней, а также для лечения насморка. В современных аптеках, конечно, продается огромное количество самых разнообразных лекарственных препаратов, но, тем не менее, я считаю, что все-таки не стоит забывать о старых, проверенных временем бабушкиных рецептах. И этот рецепт тоже проверен мною. Беру терку крупную и натираю, как всегда, хозяйственное мыло на крупную терку. У меня, кстати, всегда есть в запасе заготовленный уже объем натертого хозяйственного мыла, который я потом использую в своих бытовых и других нуждах. Помните, дорогие друзья, что иногда, применяя вот эти простые какие-то домашние мази, настойки, можно излечивать заболевания, с которыми медицина справляется часто даже с большим трудом. Итак, вот хозяйственное мыло я уже натерла на терке, и теперь необходимо растворить мыльную стружку в теплой воде. Для этого я беру не полную столовую ложку, отправляю в миску. Добавляю буквально где-то 50-60 мл теплой кипяченой воды. Температура должна воды быть такой, чтобы мыло растворилось. Перемешиваю все это ложкой до тех пор, пока мыло не растворится. Данным раствором вы можете как промывать нос. Процедуру нужно проводить ежедневно, курс лечения одна неделя. Я вот, например, не умею промывать нос, неважно, какой это будет раствор, солевой, либо какой-то другой. Поэтому я думаю, что мыльным раствором у меня точно не получится. Поэтому показать я вам не смогу. А вот следующий вариант я вам показываю с удовольствием. Это средство, которое при насморке прекрасно очищает нос. И насморк уходит буквально за 2-3 дня, если вы будете делать все правильно. А для этого понадобится взять либо какой-то ватный тампончик, либо вот можно взять ватные палочки, смачиваю в мыльном растворе, и необходимо обработать носовые пазухи. Процедуру нужно проводить 3 раза в день, курс лечения всего 3 дня. Как правило, на второй день, уже к концу второго дня, уже насморк у меня всегда отступает. Ничего неприятного здесь нет, уверяю вас, смело можете пробовать такой способ для лечения насморка. Подписывайтесь, дорогие друзья, на канал, пишите в комментариях свое мнение, был ли у вас такой опыт уже использования данного средства. Если нет, то попробуйте и тоже напишите свое впечатление. Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите здоровье с молоду. С вами была я, Ксения. Пока!